Так, ну что, как вам луна, ребятки, девчатки? Это не фотошоп, это луна встает над горизонтом. Так, 24 августа 2021 год, Харьков, 21:08 по Киеву, Харькова. Красота. Кроваво-красная. О, и птичка еще, ну спасибо тебе большое. Сейчас я кадр чуть-чуть уберу, чтобы было видно. О, видите, это машинки у нас катаются по окружной. Вот настолько низко луна над горизонтом. Просто шикарно. Сейчас еще будет Юпитер и Сатурн, так что пока зрительный зал не покидаем. О, как хорошо. Что-то пернатое. Или кожанокрылое пролетело. Колоритно. Это был Бэтмен. Ну, к сожалению, резкостью сейчас играться нет никакого смысла. Ой, ну какие вы молодцы. Да посмотри прям. Потому как очень низко над горизонтом луна. И это дело не в настройке оптики, а в том, что мешают плотные слои атмосферы земной. Нам во всей красе луну рассмотреть. Я, наверное, даже... То есть, вот еще одна. Ох, как ты хорошо улетишь. Давай, вот я найдусь. Какая ты молодец. Хорошо, ты Бэтмен. До тебя был не Бэтмен. Так. Ну, нету смысла. Я говорю, что нет смысла вот максимально использовать увеличение. Ну вот эта резкость при максимальном увеличении. Совершенно мутная картинка. Чуть выше будет, конечно, чуть-чуть изображение, когда будет чуть выше луна. Но зато этой замечательной красноты, кроваво-красной. Да она прямо сейчас в кадре уменьшается. Чем выше поднимается луна, тем меньше этой кроваво-красности. Хорошо, поехали. Посмотрим на Юпитер. Вон он. И 4 галилеевых спутничка. Впереди у нас будет Ганимед. Он сейчас справа в кадр. Исчезнет за кадром. Исчез потом Юпитер. Нет, не сейчас, вот сейчас исчез в уголочке. Юпитер, Европа, Ио и Каллиста. Вообще отлично я навожусь. Две ноги утопил чернозем штатива. Навелся на Юпитер. Сейчас я уменьшу выдержку и посмотрим, может быть, на экваториальную полосу.
Ну, чуть-чуточку видно. Хорошо, пошли к Сатурну и быстренько к Луне обратно. Так, это у нас не паровоз Илона Маска, это у нас просто на окружной едут машинки. А мы смотрим на Сатурн и его кольца. До Юпитера 600 миллионов километров, а вот до Сатурна 1 миллиард 347. Ничего не трогал, дрожит просто. Я даже не знаю, чего дрожит. Дрожь земли, вроде ветра нет. Пошли к Луне. Она того стоит. А? Бах, еще один. Пернатый. О, и вот еще один. Да ты посмотри, разлетались. Ну, просто, опять же, низко над горизонтом Луна. И все птички, летучие мышки, летающие в этом направлении над Землей, низко попадают в кадр. Ох, я тут траву вытоптал. Ну, к сожалению, более резко не сделаю, по объясненным уже причинам. Слишком низко Луна над Землей. Я бы сказал, неприемлемо. Пожертвуем увеличением в пользу красоты картинки. Ну, просто, я говорю, на глазах светлеет Луна. Из кроваво-красной становится коричневой, бордовой, прекращает нас пугать. Ну, пожалуй, все. Удачно я сегодня поснимал, Венеру снял. Юпитер, Сатурн снял. И кровавую Луну снял. 21.17 по Киеву, в Харькове. Засим, наверное, и закончим.